Приветствую вас. Я думаю, что в вашем вопросе достаточно много не раскрыто важных аспектов, которые, на мой взгляд, необходимы. Вы пишете: моему сыну 16 лет, учиться не хочет, работать тоже. Ну, здесь мы имеем то, что человек по факту, да, вот, мы имеем по факту то, что человек, он не имеет какой-то вот цели, да, видимо, в жизни своей, вот, и, в общем-то, из-за того, что он не имеет цели в жизни, он ничего и не хочет, как бы, делать, вот. Так что, на мой взгляд, а ситуация здесь связана с тем, что у вашего ребенка нет каких-либо предпочтений, у вашего ребенка нет каких-либо желаний, вот. То есть у него нет ценностей, у него нет ориентиров в жизни, и вопрос о том, почему так происходит, на мой взгляд, нужно в некотором смысле переадресовать вам, то есть это именно ваш ребенок не имеет желания учиться, это ваш ребенок не имеет никаких ценностей, видимо, в жизни, вот, что говорит о том, что вы, вероятно, этих ценностей тоже не имеете, вот. Ну, так это, вот, по крайней мере, выглядит для меня, да, я могу ошибаться здесь, конечно, вот, но для меня это выглядит так. Дальше, так, деньги давать ему, обещания не выполняют. Вот смотрите, какое для вас имеет значение то, что он не выполняет обещания? Вот именно значение для вас какое-то имеет. То есть, понимаете, обещания – это разные истории, вот, обещания сами по себе – это разные истории. Обещания могут быть даны, потому что человек этого хочет, обещания могут быть даны, потому что человеку это важно и нужно. Или обещания могут быть даны через силу, потому что, например, нет другого выбора, кроме как что-то пообещать. То есть очень важно смотреть, для чего вам обещания, не используете ли вы обещания как, как манипуляцию, да, как шантаж, тоже шантаж. Дальше, значит, так, деньги давать ему перестал, он особо не просит. А неделю назад произошел конфликт у нас с ним. Конфликт по поводу чего произошел? То есть это очень, очень важный момент. Вот. По поводу чего у вас произошел конфликт, в принципе. Вот, на мой взгляд, это важно, по поводу чего произошел конфликт.
Какое место вы в этом конфликте занимали? Какое место ваш сын в конфликте занимает? Почему вы в конфликте принимали такое вот активное участие, настолько активное участие принимали в конфликте вы, что ну вот, что с сыном со своим по факту вы не разговаривали. Вот. Понимаете ли вы, например, то, насколько деструктивно для вашего сына не разговаривать, допустим, с вами? Вот. Ну, отдаете ли вы себе отчет в том, насколько это для него деструктивно? Вот. Следующий важный момент. Почему вы воспринимаете его всерьез? То есть, почему вы воспринимаете всерьез своего, ну, вот, своего сына? Почему он, да, вами воспринимается вот именно всерьез? То есть как будто это прям вот серьезный партнер, серьезный соперник. Вот. Раз вы не только с ним конфликтовали, да, но и после этого не разговаривали. Можно предположить, что вас что-то задело. Тут тоже нужно исследовать, что. Так, сейчас начали общаться, он сразу же попросил денег. Но это означает, да, что между вами нет близости эмоциональной. Что вы, вероятно, не интересуетесь им, да, а он не интересуется вами, не интересуется вашими интересами. Вот, опять же, потому что вас волнует, что он не хочет учиться и не хочет работать. Дальше. Я сказал, что так он не выполняет свои обязанности, посещение колледжа, уборка в комнате, то и деньги не получит. Ну, знаете, здесь вы используете по факту отношения дашь на дашь. Вот, это мало что хорошего может дать. Вообще говоря, вам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ребенок стал вас шантажировать. Кстати, шантажу он мог научиться только у вас. И, возможно, здесь вы приводите пример этого самого шантажа. Когда говорите, что раз ты не делаешь того-то, то и денег я тебе, соответственно, тоже не дам. Вот. То есть эта позиция крайне такая американская, ну, расчетливая. Вот. Ну и дальше он стал меня шантажировать, что же делать. А что делать, чтобы что? Вот чтобы что делать? Мне хотелось бы знать. То есть, исправить сына, возможно, только если вы измените к нему свое отношение. Если вы начнете интересоваться им, к примеру. Вот. Вот в таком случае ситуация, ну, да, может быть гораздо более лучшей и гораздо более комфортной для вас обоих. Вот. Чтобы он захотел работать или работать или учиться, для этого нужны ценности, для этого нужно, чтобы он видел вас, чтобы он вдохновлялся в том числе вами.
Это такой момент. Второй момент, то, что, возможно, ну, нужен как раз-таки мужчина рядом. Вы как бы ничего не говорите про его отца, а отец очень важен, вот. Поэтому, возможно, именно потому что у него нет отца, нет мужской такой вот, ну мужской фигуры близко. Вот, он и не знает, куда податься. Вы, как мама, мало что можете ему дать в этом смысле. Все-таки нужна именно, ну, нужна мужская фигура. Вот. Поэтому здесь, если вот что-то и говорить, да, то здесь можно только порекомендовать вам мужчину, постараться именно вот своего увидеть, и чтобы он на ребенка в том числе начал воздействовать. Вот. Такая вот история, так мне это, по крайней мере, видится. Вот, исходя из того, что вы пишете. Вот. А в целом, конечно, у ребенка, да, безусловно, есть серьезные проблемы. Ну вот, ну это очевидно, да, исходя из того, что он как бы заостряет внимание только на деньгах. Но, опять же, он таким образом старается дополучить то, что не получает от вас. И я не говорю сейчас о том, да, что вот обязательно вы, например, виноваты в том, что произошло. Я не хочу сказать, что то, что вы обязательно виноваты в том, что произошло. Но я хочу сказать, что вполне возможно, что вы в том числе приложили к этому свою руку, что ваше отношение к ребенку сыграло здесь свою роль. Ваше не только отношение, но и ваше состояние, эмоциональное состояние, все это могло вполне себе сыграть свою роль в формировании ребенком вот его такой позиции. Вот. Поэтому в первую очередь посмотрите на себя, в первую очередь разберитесь в себе, в первую очередь посмотрите, насколько удовлетворены и свободны вы, без привязки к ребенку. И после этого уже будет видно, как и что делать именно вам по отношению к ребенку своему. Вот. А мне видится так, что это более честная история, мне видится так, что это более откровенная история. Вот. А я рекомендую вам освоить технику я-сообщений. Вы можете почитать книгу Юлии Борисовны Гюппенрейтер «Общаться с ребенком как?», потому что конфликт свидетельствует о том, что вы не можете общаться, не умеете общаться, не конфликтуя. Вот. Опять же, это не ваша ответственность, вас ни в коем случае ни в чем не обвиняю. Вот. Просто, ну, констатирую факт, что не можете, не умеете. Вот. Ничего страшного прям такого в этом нет, в принципе. Вот. Но это, на мой взгляд, нуждается, конечно, в корректировке, потому что в противном случае ситуация с ребенком будет как бы дальше ухудшаться. Она будет ухудшаться, 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 потому что, ну, с ребенком у вас, ну, отношения будут
складываться не очень хорош, скажем так. Вот. Вот примерно такой ответ, я думаю, можно вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. Обязательно книжку почитайте, там их, в принципе, несколько. Вот, и одна, и вторая, ну, начните с самой первой, вот, которая называется «Общаться с ребенком как?». Вот, а дальше уже можете двигаться в зависимости от своего желания. Там, в принципе, все написано в трёх книгах достаточно хорошо. Вот, с заданиями и, как бы, такими доступными примерами. Вот. Я надеюсь, что вам это помогло, я надеюсь, что вам помог мой ответ. Вот, понятно, что ребенка поменять будет не просто, тем более, что ему 16 лет, то есть это такой вот самый-самый подростковый период, и понятно, что ребенок в этом возрасте хочет быть частью чего-то большего, как любой подросток, вот, и к этому нужно относиться с пониманием. Вот, я не думаю, честно скажу, я не думаю, что он сказал бы вам о том, что реально собирается продавать наркотики, если там действительно были наркотики, потому что, ну, человек просто, ну, как бы, любой, кто занимается продажей наркотиков, он, первое условие это то, что подобные вещи нельзя светить, как бы. Вот, и ваш ребенок, ну, в таком случае просто делает очень большую ошибку, которая ставит крест на его, ну, возможной карьере торговца. Вот. Поэтому я не думаю, что ваш ребенок реально чем-то собирается торговать. Вот. Шантаж — это блеф, я понимаю, что это неприятно. Вот откуда он, кстати, знает, что ему предложили торговать наркотиками вчера, большой вопрос, тоже. Вот. Так что это, ну, это блеф, возможно, не торопитесь принимать этого внимания. Вот. Не играйте в игру, какой ужас. Вот. Потому что вполне вероятно, что ребенок действительно вас интересует и пытается таким образом выбить из вас деньги. Вот, опять же, компенсируя этим то, что вы эмоционально с ним не близки. Вот. И тот факт, что вы эмоционально с ним не близки, ну, куда, вот этот факт куда более важен и серьезен, чем все остальное. Вот. Я надеюсь, что было полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.